В театре «Дора Страту» в центре Афин собираются люди разного возраста. Немало среди них и тех, кому за 30. Их объединяет желание научиться классическим греческим танцам. Я с детства мечтала выучить движение танца «Хасапикос». Увидела по телевизору сюжет о театре «Дора Страту» и решила прийти попробовать. В школе народных танцев без малого 600 учеников. Одни приходят сюда раз в неделю, другие чаще. Мне хотелось вырваться из серых городских будней и узнать что-то новое. Хотя, по правде говоря, первые 3 месяца у меня почти ничего не получалось. Преодолеть свои страхи и научиться красиво танцевать, найти новых друзей в большом городе – это очень важно. Нередко мужчины приходят в танцевальную школу, чтобы завязать знакомство с девушками. А девушки – потому что на первом занятии им понравились молодые преподаватели танцев. Однажды в нашу школу зашли мои бывшие одногруппники из университета. Я думал, мне будет стыдно, что я всего лишь танцую и не добился большего в жизни. Но они восхитились тем, что я знаю народные танцы и могу научить им других. Нередко жизнь в большом городе разъединяет людей. Благодаря всемирной паутине человек может годами общаться с собеседником с другого континента и не знать при этом, как зовут его ближайших соседей. Одиночество человека в бесконечном потоке людей стало привычным для современных мегаполисов. Но жители греческой столицы, похоже, умеют с ним бороться. Они находят себе друзей в клубах-кофейнях, самостоятельно созданных кооперативах по интересам или в школах народных танцев.